Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 25 августа 2022 года, появилась вот такая вот информация от спикера воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрия Игната. А именно то, что он сказал, что военно-космические силы Российской Федерации стянули к границам Украины около 400 самолетов и около 350 единиц вертолетов, из которых более 150 единиц ударных. Не исключено, что российская армия попытается сменить тактику войны с воздушными прорывами в наше пространство и попытками бить по целям. Вот как вы считаете, реально Путин и его, так сказать, клика решили менять тактику? И зачем Россия стягивает столько воздушных средств для войны? Это реально Путин решил сменить тактику? Или что это, на ваш взгляд? Вот как вы считаете? Я лично считаю, что в последнее время заметно, что по некоторым признакам, что тактика у Путина будет меняться. Это связано с тем, что даже командование в России заменено. Некоторые руководящие чины заменяются на других. А значит, как говорится, новая метла по-новому метет. Вот вы что думаете по поводу этого? Напишите в комментариях ваше мнение, ваше предположение. И готова ли Украина встретить эти воздушные российские корыта в том, так сказать, в должном состоянии или нет? Я лично считаю, что наши вооруженные силы достойно встретят эти летающие корыта и превратят их в пепел вместе с содержимым. Будем надеяться, что Господь Бог нам поможет, мы выстоим и победим. И наконец-то положим мифу о том, что Россия имеет вторую армию мира, положим этому мифу конец. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины и слава украинскому народу.